Чем привлекателен Лежневский район для туристов? Таким вопросом озадачились местные власти и организовали конкурс проектов «Край мой родной на века». Цель конкурса – сформировать туристическую карту района, разработать маршруты экскурсий, которые были бы интересны не только местным жителям, но и гостям. Активное участие в конкурсе приняли сотрудники библиотек. Кому как не им лучше знать свою малую родину. Кажется, исхожены все пути и дороги в нашем поселении, но все время кажется, что что-то есть у нас неизведанное. И на самом деле недалеко от нас есть деревушка Елхово. И как вот ни странно, в этой деревушке Елхово оказалось 6, можно сказать, даже архитектурных памятников. В прошлом году жители Лежневского района принимали участие в аналогичном областном конкурсе проектов по пропаганде объектов культурного наследия. Библиотекарь Воскресенской сельской библиотеки Татьяна Филиппова разработала экскурсию по Свято-Никольскому храму. Проект «История в камне» оказался в числе победителей. Лежневский район традиционно очень эффективно работает в сфере культуры. И надо отдать должное, что в прошлом году на конкурсе «Лучший проект популяризации в сфере охраны объектов культурного наследия» они взяли один из призов. Презентация проектов о памятных местах района практически совпала с профессиональным праздником участников конкурса. 27 мая по всей стране отмечали День библиотек. Лучших библиотекарей района наградили дипломами и памятными подарками. Состав наших библиотечных работников очень такой грамотный. Все имеют специальное образование, давно очень работают. Они взяли все свои краеведческие материалы, какие есть, наиболее интересные легенды, исторические какие-то такие заметочки. И вот каждый на этот конкурс подготовил свой туристический маршрут по поселению. Самые интересные туристические маршруты, которые выберет компетентное жюри по итогам конкурса, появятся на карте Лежневского района. Местные власти надеются, что эти проекты окажутся востребованными. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.